I'm a phantom in a phantom. Ghost rider, kill him with a balance. Kilo with a coca boy, name the Holly Valance. Yo, what's up, motherfuckers? С вами Джонни Хаур. И сегодня мы смотрим XXXTentacion и анимацию на трек Sauce. Я знаю, что анимация уже вышла давно, но я решил почекать. Недавно на стриме мы что-то включали XA, и я так опять думаю, блин. А, еще недавно видел, NoJumper выпустили какое-то лайв-выступление со скимаском и иксом, одно из последних. И что-то, да, так нахлынуло, ребятки, поэтому я хочу зачекать, потому что я не смотрел анимацию, я вам открою секрет, ребятки. Я только слышал эту песню на Member Zone 4. Но перед тем, как начать, ребятки, дайте мне ваш окс, потому что сейчас будет звучать трек дня. Check this out. Пау! Эй, малышка, залетай на блог. Эй, малышка, погнали со мной. Твои бедра вышка. Ты не танцуешь, сборище не для тебя. Если танцуешь, то только для меня. Пизду этих ублюдков, они лгут, брала бы. Ты и не думаешь, любовь на уме. Обязательно напишите, что вы думаете по поводу трека в комментариях, ребят. А также, если вам понравилось, обязательно зайдите по ссылочке и поддержите, ребят. Это очень важно, окей? Так вот, ребят, XXXTentacion. Как мы знаем, анимация на трек... Какой был трек, где участвовали 10 человек? В общем, там был AnyPorts или AnyPorts. Ему совсем чуть-чуть не хватило, чтобы выиграть, как бы, разрешение получить на то, чтобы быть аниматором клипа, да, соответственно. Я немножко так расстроился, блин. Я просто вот думаю, сейчас очень много всяких треков. Последний альбом XA, да, и несколько треков с Members Only 4. Было бы круто, если бы AnyPorts бы дали бы поучаствовать в этом проекте, потому что у него очень интересная графика, и я бы хотел посмотреть, чтобы один из наших таких, да, близких, как бы, людей сделал анимацию на какой-нибудь трек XA. Я с AnyPorts, кстати, общался, ну как, пару слов мы перекинулись, я ему выразил респект, мы ему помогали, но немножко не хватило ему, ребят. Окей, здесь анимацию делает Tristan. Кстати, этот Tristan сделал анимацию как раз-таки вот для Беда, то есть, да, и вот он опять делает анимацию. Ну, блин, можно кому-то еще дать, почему не дать, да, попробовать. Короче, ребята, не и давайте смотреть, и я буду очень много вырезать, извините меня, потому что авторские права к XU просто нереальные, то есть, ну, банит только так видосики. Base be the glory. So, йоу, он реально столько вот прям анимаций, смотрите, как круто, вау, это очень круто. И вот эти, на ногах вот эти плюшевые штучки XA, блин, вот этот прям его стиль, я помню, вот даже фотки есть в таком луке. Йоу, это очень круто, посмотрите, что он делает. Сколько анимаций. What the fuck? Вы посмотрите, сколько анимаций. What the fuck? Блин, вообще круто, круто, круто. Ну, я понимаю, что тут некоторые повторяются. Каждый кадр можно рассматривать. Очень круто. Йоу, это очень круто. Это очень круто. Йо, ребят, сколько можно об этом разговаривать, да? Как же обидно, что все так получилось. Я не знаю, я, понимаете, я вот одно и то же повторяю, и я понимаю, что я зациклился, но, блин, короче, не уходят эти мысли от меня. What? Ребят, этот чувак очень круто анимирует. Посмотрите, а? Yeah! Подождите, а что здесь? Я вот это не понял. Что это, отсылочка какая-то, или что это такое, ребятки? Сплетаются два каких-то организма странных, и получается X. I got sauce? Йоу, посмотрите на эту анимацию, йоу. Ребят, я извиняюсь. Это очень круто, реально. Это, наверное, когда вот это все происходило, я думаю, что тем самым, да, Трэвис, или как его зовут, подчеркивает, что X это все вокруг. То есть, ну, многие, да, говорили об том, что он никуда не делся, он среди нас, и вот, типа, он и птица тут, да, и дерево, и кто тут еще, огонь, типа. Ой, да, ребят, XXXTentacion Sauce. Кстати, разбор на альбом Members Only, две части там есть, если хотите погрузиться в этот альбом, чекайте. А также вас всегда призываю посмотреть обзоры на альбомы. Пух пролетел. Альбом. Обзор на альбомы, вопросительный знак и...
как назывался еще этот альбом, боже мой. 17, конечно же, 17. И на Skins есть, но просто 17 его вопросительный знак я обозревал до того, как X умер, поэтому можете там заметить то, что я не bandwagon, то есть я был фанатом X до того, как все это произошло. Так что вот, ребят, да, на этом все у нас. С вами был Джон Хавер. Напишите мне, заслуживают ли они порц. Ну, я думаю, вы все скажете, что, естественно, заслуживают. Пускай они порцию дадут какую-нибудь порцию. Правильно? Хотя бы какую-нибудь песню дайте ему снять. Я, конечно, понимаю, что вот этот американский аниматор, он просто чудовищно, в хорошем смысле, крут. Тристан Зэммит. Но, блин, Any Ports тоже очень неплохо. Короче, я за то, чтобы давали нескольким людям поучаствовать в этом проекте. А так, этот аниматор, конечно, вне всяческих похвал. Слушайте грамотную музычку, ребятки, подписывайтесь на мой инстаграм, качайте и раскачивайте. Blue suit, crushed see-through tooth was oriental. A teal tone lobster prepared for my arrival. With two steaks, two grapes on paper plates.